И я был так занят в эти дни. Игру для деда приготовил. Еще я приготовил подарки для твоих родителей. Я даже приготовил подарок для второго дяди. Но не мог понять, что подарить тебе. У тебя ни в чем нет недостатка. К счастью, я смог его приготовить. Вишневый лед с сыром. Единственный неповторимый в династии У. Попробуй. Не так уж и плохо. Даже не хочешь попробовать? Единственный неповторимый в династии У. Ты не сможешь найти ничего подобного. Я делаю это не для других. Только для тебя. Ты такая внимательная. Я этого не заметил. Но же друга поцарапал на репетиции. Хорошо. Что же... Я должен тебе сказать, я потерял... бумаги о разводе. Но я не специально. Я просто не смог найти их утром. Я думал, ты их забрала. Но я спросил Чань, а она сказала, что ты не заходила в мою комнату. Я зря обрадовался. Вот что я подумал. Я все равно потерял бумаги о разводе. И мне не нужно писать новые, это слишком хлопотно. Я же тебе еще полезен. И я могу управлять магазином. Я могу подбодрить тебя и сделать для тебя вкусный лед. Самое главное, я не ем слишком много, и я...小小丈夫，流言蜚语我都可以不在乎，只一生只为拥有对你爱的称呼。做你的小小丈夫，不图今生，爱可以名留千古，只我是全部。 小丈夫，穿过一切时空的束缚，给你心。